Эта весна начинается блестяще. 5 марта на манеже Самарского цирка заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск». Настоящая жемчужина Росгосцирка, созданная на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. Масштабные декорации и удивляющие спецэффекты откроют зрителю сказочный мир красоты и праздника. Мы уходим от классического цирка, и мы превращаем это в сказку, мы превращаем это в спектакль. Десятки ярких эксклюзивных костюмов, зажигательные танцы, и все это на одном манеже вместе с животными. От нежного вальса с белоснежным пегасом до классической кадрили с бурыми медведями. Это большая, огромная команда людей. Все эти люди хотят сказать одно. Мы любим цирк, мы верно служим своему искусству. И зритель, который к нам приходит, он должен уйти из цирка только с позитивной эмоцией, с тем чувством, чтобы зрителю вновь хотелось вернуться в цирк. «Бурлеск» — это праздник, который захочется повторить. Артисты ждут самарского зрителя с 5 марта до конца апреля. Мария Левина, Василий Колдашов. События.